Алекс психует, не может клетку открыть. Вылезла все-таки, да, Алекс? Она сидела и психовала, наверное, не знаю, минуты две. Так, куда она полезла? Дамочка, вы куда? Ты видишь, что я уже всех накрыла, они спят. Она просто так распсиховалась сейчас под вечер. Она просто сидела, кричала, хотела гулять. Я не понимаю, что на нее вечером нашло. Посмотри, какой у нее огрызок, а не хвост. Потому что что? Потому что линяет моя девочка. Но у нее уже перышки отросли. Да-да-да. Отросли, но хвостик еще в процессе. Хвостик растет или нет? Да, смотрите, я вам даже покажу. Вот эти вот два пера, они станут очень длинными. Ну и где-то вот до сюда вот будут по длине, если вот смотреть отсюда. Вот так вот. Может ей что-нибудь вкусненькое дать? Ну, наверное, сейчас что-нибудь из корма достану. Сейчас мы ей что-нибудь вкусненькое достанем. Да, подпишитесь на канал, чтобы смотреть на наши выходки. Алекс. Ну, дратути. Ну, и чё это такое? Ну, и как хочешь, все. Я на тебя обиделась. Будешь от меня отворачиваться? Все. Все. Тогда скажи всем пока. И чтобы все подписались на канал. Все, всем пока-пока. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите колокольчик. Пока-пока!